Вторая миссия «Хром-спецназ». Эпизод, значит, полковник Нортвуд и команда корабля спецкорпуса, находившегося на орбите Эстреллы, мертвы. Во-первых, согласно донесениям разведки, у корпорации не должно было быть в космосе высококлассного вооружения, подобного орбитальным истребителям. Во-вторых, атака была неожиданной и точной. Таким образом, корпорации было известно о секретной спецоперации спецкорпуса. Или, по крайней мере, они ожидали ее. Они были готовы к ней, что, скорее всего, означает предательство или подкуп на высшем уровне. Однако перед Логаном и Пойнтером сейчас стоит куда более актуальная проблема. Они остались одни, без средств связи, без припасов, на чужой планете, которой управляет преступная корпорация. Следуя планам операции, оба оперативника приступили к выполнению аварийной процедуры. В соответствии с ней, им нужно добраться до ближайшего космодрома Лоргена, пробраться на него и украсть корабль с корпорации, чтобы эвакуироваться с поверхности планеты. Задача – захватить ближайший корабль Лоргена и эвакуироваться с поверхности планеты. Согласно результатам сканирования рельефа, космодром должен быть где-то неподалеку. Но нам придется драться. Хотя чем ближе мы подберемся незамеченными, тем лучше для нас. Так что держись поближе и будь потише. Несколько дней не запускал, уже даже управление, честно говоря, забыл. Сожрать аптечку. Это H, по-моему, да? Так, C это ускорение. Я сейчас просто вспомню управление, это броня. Так, силовая. Система нейростимулятора. А, это замедление времени. Ну, погнали. Какой патруль? Где патруль? Радара нету во второй части, поэтому... Ну где патруль? Ва, вон они идут. А чё прячемся-то? Мы их могли бы убить спокойно. Отлично, пошли! Забегая вперед, могу сказать, что мы тут перебьем не один десяток врагов. А тут, видите ли, патруля из трех человек испугались. Локпост. Мы, наверное, близко. Пойдем мимо так, чтобы они нас не увидели. Конечно, то, что это другая планета, это мы должны верить на слово разработчикам. Так-то я все-таки вижу, что это наша добрая Земля. Какой-то такой австралийский эвкалиптовый лес. Патроны собираем. Куда убежал я? А, в принципе, карта же есть. Ой, 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 ту, блин. Только бы не упасть, я же без сохранения играю. Это здесь, шаттл. Как раз то, что нам надо. Как бы нам это устроить? Шансов пройти незамеченными.
Придется прорываться. Разделимся. Я пойду прямо туда, а ты вокруг лагеря. Как только начнется перестрелка, стреляй в спину. Ладно. Я прикрою тебя, пока ты не спустишься. Идем. Придется всем самостоятельно защищать. Помощь от нашего напарника, она условная совершенно. Так, тут тоже мы сейчас провалимся. В обход. Нужно где-то тропинку найти. Что-то я не... Может, я куда-то не туда забрел? Тут где-то должна быть тропинка. Вниз, ведущая. Слушайте, я куда-то не туда зашел. Тут такой серпантинчик, по которому нужно спуститься. Так, у нас батареек нету, да? Батареек нету, чтобы подзарядить наши стимуляторы. Слушайте, я не пойму, а где спуск-то? А вот спуск. Нет, это мы сейчас провалимся. Вот спуск нашли. Я на месте. Слышал, я пробираюсь на другую сторону. Встретимся внутри базы. Попал! Вон он, сукин сын. Причем, видите, какой умный. Выглянул, выстрелил, спрятался. Выстрелил, спрятался. Ну давай, высовывайся. Есть. Есть. Тут за ящиками тоже кто-то есть. Давайте попробуем гранатку метнуть. Вообще не вижу, откуда стреляю.
Макушка чья-то торчит, по-моему. Так, давайте я сейчас аптечки соберу. Ой, уходит довольно быстро. Ну, сука, ни одного зарядника нет. Блять, как их много. Встретил. Так, я пошел дальше собирать аптечки. Что-то у нас патронов-то... А, ну, в принципе, пока хватает, 160 штук. Наконец-то заглохла эта сигналка. Ощущение, что снайпер, нет? Снял. По звуку, наверное, все-таки дробовик это было, а не снайпер. Ох, как их много бежит сюда. Что у них там за маневры? Место за ящиками заняли. Ого, бочки-то взрываются, там что-то. Да, попасть с такой дистанции проблематично. Так, давайте, надо патроны экономить, с такой дистанции стрелять это в молоко. Вот такое ощущение, что здесь кто-то за трубами прятался, нет? Вроде никого. Вот он. Сукин сын. Отмучился. Ну все, аптечка у нас теперь уже навалом. Играть будет проще. Патрошки даже попадаются. Редкие. У нас пушка-то хорошая. С патронами бывают проблемы. Так, сейчас... Сейчас вот в этом, через в этом здании мы откроем вот те ворота. Взламываем.
идет взлом замка. Дверь открыта. Сейчас довольно тяжелые бои в замкнутых пространствах будут. Вон они. Сейчас оттуда уже должны высыпать. Ребят, вы кончаться когда-нибудь собираетесь, нет? Саундтрек прикольный, из первой части. Вообще, саундтрек, конечно, в первой части Хрома был шикарен. Но он и во второй, соответственно, шикарен, потому что треки перекочевали с первой части, плюс добавились, кстати, новые. Допустим, вот тот трек, который играл все это время, с начала миссии, это новый трек, его не было в оригинальном Хроме. Музыка шикарна в игре. И достойна того, чтобы ее слушать отдельно от игры. Сколько я тут трупов уже успел поставлять? Вроде только начал, а уже все усеяно трупами. Мне нужна помощь. Логан, они преследуют меня. Снаружи самоходы. Блять, сейчас на нас облава. Отбиваемся. Тут сейчас не сдохнуть, главное. Я играю без сохранений. Ты чё какой живучий-то, я не пойму. Вот этот вообще какой-то пипец живучий. Черт подери, я рано радовался, оказывается, миссия-то еще не закончилась. Еще сейчас на спидерах лететь, а это тоже довольно опасно. Это может не увенчаться успехом. Так, тут у нас по три. По три комбинации нужно. Идет взлом замка. Дверь открыта. Теперь сосредоточься и держись поближе ко мне. Придется лететь быстро, иначе нам кранты. У нас хвост. Воздушное судно Лоргена сзади. Мы оторвемся от них в этих лесах. Да
довольно запоминающийся эпизод, вот этот погоня на спидерах. Но запоминается он скорее своей излишней затянутостью, сказал бы я, нежели какими-то особо яркими впечатлениями. Есть тут пара и сложных моментов довольно-таки, где нужно там не улететь куда-то там с трассы. Тут есть узкие серпантины, так что концентрацию нужно держать. Главное действительно держаться к ним подальше, поближе. Потому что они по правильным траекториям летят. Нужно просто повторять за ними, тогда ничего с нами не случится. Если отстанем, то, во-первых, сильно отстанем провал миссии автоматически. Во-вторых, можно выбрать неправильную траекторию и куда-нибудь улететь в кювет. Кого-то сбил. И он такой, такой звук издал. Уже недалеко от каньона, там ему будет узко. Сейчас будет узко, сейчас главное в кювет не улететь, вернее, с серпантина не упасть вниз. Сейчас будем по серпантину лететь. А вот здесь вот опасно. Осторожно, самоходы. Поздно. Придется лететь между ними. Кажется, все. Выбрались. Хоть бы музыку включили, что ли, чтобы веселее было. Внимание, снайпер попал! Быстрее! На такой скорости они не попадут! Ой-ой-ой, чуть в камень не улетел. Тут осторожно, осторожно! Не отставать! Логан, ты отстаешь! Вот черт, это снова он! Муха, ты слышишь? Это Картрайт, отвечай! Слышу тебя, что происходит? Я лечу к тебе с ребятами из спецкорпуса. Мы наверняка уже есть на твоих сканерах. У нас на хвосте спидер Лоргена. Понял тебя. Попробую что-нибудь придумать. Осторожно, мы близко. Если бы не запас аптечек, я бы уже давно сдох здесь три раза. Ух ты, там что-то взорвалось. Походу сбили этот шаттл вражеский. Отличная работа.
Все, миссия пройдена. Приятно видеть вас здесь. Удалось? Получил? Извини, но нет. Доступ у них перекрыт. Придется попробовать другой пост. Но взамен я нашел вот их. Оперативники спецкорпуса. Ну что же, Федерация наконец-то проявила интерес к Эстрелле. Вы поможете нам? Может быть. Но для начала нам нужно кое-что серьезно обсудить. Давайте я отведу вас к Веберу. Мы затеваем большую операцию, и нам может пригодиться ваш совет.